Ja przyjechał z Krakowa i powierzcie mnie, ja żyć bez Adesy nie umieju. Ja każdy raz, kiedy ujeżdżaję z Adesy, ja muszę mieć taj o tom, żeby przyjechać обратно. I to nie w raniot, który mnie znaje lично, aby tam piekasno znaje. Представьте себе, что я в Одессу приехал случайно 23 февраля. У меня должна быть экскурсия. Я вернулся в Польшу только в конце мая, последний день мая. Я остался за 3 месяца, мы вместе с друзьями организовали помощь. И это тоже можно сказать, кто знает, может через 100 лет там какие-то внук Саши Бабича будет рассказывать в школе. Надеюсь, что не для переселенцев, только для обычных людей. Вы тоже обычные люди, простите, чтобы мне плохо не поняли. Я просто было бы приятнее, если мы бы встречались в нормальное время и могли бы нормально обсуждать тему польской Одессы или вообще просто встречаться нормально, да? С поляками в Одессе, знаете, у меня такое чувство, что получилось так же само, как получается сейчас с вами. Простите, что я так сравниваю, но это так. Вы сейчас везде, практически в Европе. Ну, понятно, что вы кто-то бежал, потому что кто-то боялся, кто-то бежал, потому что он думал о своих детях. С поляками было то же самое. Почему мы попали в Одессу? Мы попали в Одессу только потому, что в 1795 году просто Польши не стало на карте Европы, третий раздел Польши, и поляки, те, которые хотели себе поправить жизнь, бежали в Одессу. Это были, в принципе, предатели. Для нас, поляков, это предатели. Это не очень хорошие люди. Для Одессы они, может быть, сделали очень много хорошего, но поверьте, что для Польши они сделали очень плохого. А знаете, когда я готовился к этой лекции, я еще немножко посмотрел про нашу общую историю, и все говорят, что все началось наше несчастье польское с вашего героя Хмельницкого. Mm-hmm. Если бы не Хмельницкий, кто знает, как было бы в будущем с Польшей. Но так получилось, что в 1648 году началось восстание, потом 1772 год – это первый раздел Польши, 1791 – это второй раздел Польши, уже Одесса. Ona już, ruska armia wzięła Chadżywej. 1794 rok, zaczynaje się strajenie Adesy. 1795 rok, Polski prosto nie stało. A tę kartikę ja wam rozkażę ciut pozdrze. U mnie dla was będzie taki malinki podarek. No, давайте надо об этом человеке немножко сказать. Я знаю, что вы его уже прекрасно знаете, и вы об этом человеке уже много слышали, но Ян Дугош. Это тоже интересная ситуация, потому что я живу в Кракове, а Ян Дугош как раз жил когда-то в Кракове. А о том, что он в «Крониках польских» под годом 1415 писал за Кочубеев, вы, наверное, прекрасно знаете, Андрей Красножон об этом рассказывал. Но знаете, это есть такая интрига, потому что, во-первых, ну, Ян Дугош, он родился же в том же году, в 1415 году. Он писал, же, а простите за это слово писал, я иногда так с таким странным, как это называется, произношением говорю, и можно посмеяться. А можно смеяться, не проблема. Знаете, он там же написал в крониках Королевства Польского, что король Ягелло отправлял с Кочубеева корабли с зерном. Да? Но тогда никакого осаждения Константинополя тогда... Ja wam chcę pokazać tę frazę. Ja nie znam, Andrzej wam Krasnożon pokazywał to i nie. To na polskim języku, no dawajcie, ja wam przeczytaję. Sekundeczkę najdą. O, zmagienie. Przybyli nam to w tym czasie, no prosicie, że na polską, ja nie będę robić pierwot, wskażę, że w oryginale. Przybyli nam to w tym czasie od króla polskiego Władysława, posłowie patriarchy, cesarza greckiego z listami i opieczętowanymi dokumentami, aby zaczepianym na różne sposoby i uciskanym przez Turków raczył pomóc przy udzieleniu jedynie zboża. A król Władysław Jagiełło, zbożnym współczuciu pragnąc im przyjść z pomocą i w trudnej sytuacji, daje i użycza żądanej ilości zboża i wyznacza, że mają go odebrać w jego królewskim porcie Kociubejów. No, понятно, ja pra Kociubejów muszę wam dawać dalsze niebudów, wy nawierna гораздо лучше знаете меня. Но знаете, интрига все равно есть. Это польский след, первый польский след, можно сказать, в истории Одессы. Это очень интересно. А эта доска, эта доска сейчас на доме, где Ян Дугош в Кракове жил. Это улица Канонича, центр города, центр Кракова, возле замка Вавер.
Может быть, кто-то из вас был. Ну, такой маленький городочек в Польше, Краков называется. Говорят иногда, что он даже красивый, не знаю. Конечно, красивый. Одесса красивее, на 100%. Поверьте. Ну ладно, давайте начнем с этих Поляков, которые, получается, для Одессы они сделали очень-очень много. Dla Polski, no, na 100% nie chodzi. No, dawajcie na się z tego, że w końcu XVIII wieku w Chersońską oblast przyjechali pierwsi Polacy. To był, jeśli chorosz pomyśl, 1795 rastykie. Тогда указ дал царь, император Павел I и приехало тогда 101 семьи. Херсонскую область. Они там основали такое польское товарищество, это называлось. Конечно, чем они занимались? Они занимались торговлей зерном, да, или пшеницей, как лучше сказать, зерном. Это то же самое, пшеница, зерно, это понятно, да? Зерном. Они потом переехали, конечно, в Одессу, и получается так, что польское товарищество стало одним из больших таких... хочу назвать это организацией, давайте назовем это торговым домом зерном в южной части империум. Ну что делали наши польские магнаты, предатели, которые участвовали в конфедерации торговицы? Конфедерация торговица, так несколькими словами, чтобы вам сказать, это... Магнаты обратились к Катерине II за тем, чтобы она помогла им снести тех, которые основали Конституцию 3 мая. Это так правда в одной фразе. Так. Но это были предатели, это явно. Но Катерина II, конечно, как, с чем это сравнить сейчас? Ну, я думаю, что сравнения бы нашлись. Да? Ну, как-то так было тогда. Oni potem, po trzeciego rozpada Polski, koniecznie wjeżdżali w Jużmoju Czarst Imperii, paniatna, strojica nowy Gorod, gdzie oczym mnogo was możności. Elizabeta Ksawierewna Branicka, żona Michała Seminowicza Borącowa, krasiwa kobieta, Polka, doćka Ksawierewa Branickiego, Elizabeta Ksawierewna. No oni praktycznie Polki, krasiwe Polki, oni zjeli, jak to skazać. To była wojna salonów. Jest takie słowo, wojna salonu, da Karolina Sobańska, też krasawica. O Karolinie Sobańskiej to można rozkazywać, dlatego że ona, nie chciał gawarić dla Puszkina, no się równo ona, że z Puszkinem wstrzeciałaś w Adesie i wstrzeciałaś to, że z Adamem Mickiewiczem, ale tam wśród pojrze. No ona wstrzeciałaś z każdym praktycznie, ona się z krawatki zdawała w sobie, tak karocie. No ona, że była szpionem. Она работала в третьем отделении, нет типа документов о том, что она работала в третьем отделении, но все же прекрасно об этом знали. Но была очень красива, так что, ну, как-то так. Ну, заметки Пушкина все, наверное, знают. Он же был влюблен в Елизавету Ксавьеровну Браницкую. Ну, понятно, что Воронцов его ненавидел, тем более, что Пушкин же работал у него в канцелярии, как обычный урядник, как это будет на... Чиновник, так? Урядовец. Да, обычный урядовец, он там потихоньку встречался, не верите никогда в то, что он типа там через подоконник бежал в палац Воронцова, дворец Воронцова, это неправда. Пушкин уехал из Одессы в 1824-м, дворец Воронцова построили чуть позже, так что если вам где-то, ну вы же будете экскурсоводами, но если вы там найдете какого-то экскурсовода, который вам это расскажет, скажите сразу, что это вранье, такого никогда, конечно, nie było. Sama taka popularna familia w Adesie, to Potockie. Wy słyszeli pro Potockich? Prot Potocki. On był głównym w pryncypie takim, skażem, prezydentem polskiego towarzystwa, które ujechało z Kersona w Odessu. Prot Potocki, Prot to takie strane imię, oczywiście niepopularne w Polsce. U nas teraz nazywają się Protem Sawaki. Tak, że to, no, как-то так у Прота Потоцкого получилось, но поверьте, что я очень часто встречаюсь тоже в Кракове с собакой по имени Борис. Софья Вит Потоцка, жена, третья жена Станислава Шчастова Потоцкого, он тоже участник Конфедерации Торговицкой в 1792 году, они вели Прым в Одессе. Станислав Шчастный
Потоцкий, ну, обожал свою третью жену, он даже построил ей бумаги Софиевки в Дыне, наверное, это в честь, конечно, Софи Шестой Потоцкий. Он для своей дочки Ольги Нарышкины построил сегодняшний музей на Софиевской 5, дом, который называется сейчас Дворец Нарышкиных-Потоцких. Вы знаете, наверное, да? О, давайте я вам еще так покажу всем, простите, чтобы все посмотрели, я взял с собой карту. Может, чтобы позвонить. Вообще без карты ходить, да. Здесь, там есть беседы, и я думаю, что все успеют посмотреть, простите. Карту, что? Да, красивая Ольга, Ольга Нарышкина, улица Ольгиевская, кстати, как раз называется название улицы Ольгиевской, в честь Ольги, Софиевская улица в честь Софии Вит-Потоцкой, это музей искусств, этот дворец стал музеем в 1899 году, как раз буквально в день, когда несколько недель назад почти одна ракета попала в музей, была годовщина основания этого музея, так очень символично. No, jeszcze raz, Potockie. No Potockie, znacie, to była настолько popularna familia, że nawet nie wszyscy Potockie byli rozsiennikami. Oni po prostu, no, jest u nas takie familie w Polsce, na przykład Kowalski i Wójcik. Ja nie znam, jak w Ukrainie, jak takie same popularne familie, na pewno takie to, że to, że jest. No, Kowalski i Wójcik to same popularne w Polsce. To Jan i Seweryn, właściwie pierwszy Seweryn. Второй Ян, автор рукописа, найденного в Сарагосе, как раз он его писал в Одессе, когда приехал своему брату Северину. Северин, он был владельцем известной, вы читали, зеленый фургон Александра Козачинского, Севериновка, недалеко от Одессы. Он, Северин, как раз был владельцем этого места. No i niestety, byli люди, кроме того, что они уезжали из Польши, только потому, что они просто хотели работать для империи. Кроме того, они, будучи Полаком, еще продавали Полаков, которые были в Одессе. Это Иван Осипович Вит, очень хороший пример, но не очень он красивый, но давайте не будем обсуждать его. Он был любовником Каролины Собańskiej. Каролина Собańska, она вышла замуж, прекрасна женщина, вышла замуж за старшего от себя Иеронима Собańskiego. Потом развелась и почти 15 лет встречалась с Витом без свадьбы, без, так, без свадьбы, да. Ну, это было, конечно, неприлично, но Собańska, простите, ну, все, что она сделала, было неприлично, так что ей было, как вы говорите, по барабану и там пофигу. Да, Ивану Виту, в принципе, тоже то же самое. Иван Вит очень серьезно наблюдал за Адамом Мицкевичем. Мы еще будем говорить за Адама Мицкевича. Очень наблюдал за ним, ну просто смотрел, чтобы... Ну, Адам Мицкевич был тогда известным поэтом. Его подозревали в связи с декабристами. Конечно, та связь была, но нужно было доказать это, да. Это Каролина Собańska. Ну, красиво, да? Умерла, когда ей было 90 лет, поверьте. 90? Уже испугался, что сказал 900. 90. 90 лет ей было, она умерла во Франции. Даже сын Адама Мицкевича ездил к ней во Францию, чтобы узнать, есть у нее какие там письма, или не знаю, там письма поэты к ней. Понятно, что молодой человек Адам Мицкевич, когда влюбился в Каролину Собańską, ну понятно, ну как то молодой человек, нормально, что он будет ей там интересно. Всегда боюсь сказать это слово, писать. Так, есть, может быть, сейчас вопросы какие-то по поводу магнатов. Давайте, просто у меня, так я приготовил так презентацию, чтобы поделить на несколько частей, чтобы вам показать Полаков с разных частей, и так думаю, что на магнатах сейчас закончим. А, кстати, сестра Каролины Собańskiej, Элеонора, она была женой Бальзака. Это тоже интересно. Ну ладно, давайте начнем сейчас.